Всем привет, дорогие друзья, с вами Снап, и мы будем записывать ролики по... Да. Так, я записываю выживание. Это... Короче, выживание записываю. Зомби-апокалипсис, да? Сериал, типа, что-то такое, ну вот, модики тут остались. Короче, сегодня мы будем строить какой-нибудь домик. Ну, 30 минут, может, 20, я не знаю. Если вам, конечно, не очень нравится такое, то тогда... Да не смотрите, точнее. Сейчас стоит. Всё. Итак, теперь давайте построим какой-нибудь домик. Итак, домик. О, ну что? Так. Давайте возьмем кирпичные ступеньки. Возьмем вот такой вот кирпич и вот это вот. Дальше мы давайте возьмем вот такие вот блоки какие-то. Так, в принципе. Так, в принципе, вроде бы все, но. Давайте возьмем березу. Пол у нас будет либо из этого, либо из этого. Потому что вот это, конечно, кому-то будет нравиться, но ладно. Давайте построим тут вот так вот. Построим вот так вот. Так, у меня 60. В принципе, понятно из-за чего. А теперь у меня 180. Так что давайте поставим просто 80. Это будет просто. Будет не очень. Итак, теперь вот у нас вот такой вот получается. Думаю, не нужно это никому объяснять. Сейчас мы будем вот так вот строить тут. Так, да, советуйте в комментариях моды, которые могут пригодиться там. То есть я уже давно очень не строил. Вот. Так, давайте возьмем березку. И тут тоже поставим березку. Тут давайте тоже поставим березку. Ну и... Так, окей. Вот тут, думаю, можно построить какую-нибудь кучку. Ну, наверное, не из кирпича, а из чего? Какие у нас стены будут? Красные подходят или зеленые? Не знаю. Давайте зеленые. Так. Давайте построим тут такое маленькое окошко. У нас тут будет гостиная. Похоже на дверь, правда. Давайте у нас вообще тут не будет окошко. И вообще тут будет просто такая вот... вот так это называется. Ну, не важно. Просто давайте построим тут такой маленький, типа, вход. Так. Забор, конечно, если только два забора. Версия у меня 1.7.10, кому интересно. Давайте обычно поставим. Вот заборчик у нас. Тут хотя бы двери есть все. А то у некоторых вас я в двери мало очень верю. Может, сказать. Я не помню, что я помню, что в этой версии вроде было две двери. Так, вот так вот. И давайте здесь также построим. Так. Ой. Так. Вот тут заборчик. Хотя мы можем взять что-нибудь такое крафта, наверное. Тут записано уже 4 минуты. Так, просто ничего нет, так что давайте будем строить уже
бомсом. Да, я решил вот из таких дурничек построить. Вот так. Вот так вот. И вот так вот. Домик у нас будет, не знаю, большой или не очень, но, думаю, нормально построится. Надеюсь, кому-то придет в голову что-нибудь построить. Если вы не просто так смотрите, а там с целью что-нибудь построить. Тут маленькие дети могут у вас возникнуть. Строим вот здесь вот так вот. Опаньки. Окей. Думаю, по карту будем так вот строить. Ссылочку на карту вы найдете в описании, наверное. Скорее всего. Потому что... Ну просто, да. Версия Minecraft 1.7.10 Forge. Моды. Какие моды будут использоваться? Ну, короче, там вы строите с модами. Просто потому что все пропадет без модов. Так. Ну, точнее, это моды пропадут. То, что я ставил вот эти вот штучки там всякие так. Так, значит. Дом будет зеленый. Ну или красный. Дом будет зеленый. Ладно, давайте. Хотел, не знаю. Так. Давайте тогда вот это из этого. Хотя на зеленый цвет лучше смотрится. Для меня. Так. Будет у нас двухэтажный дом, наверное. Так. Угу. Вот так вот. И теперь тут у нас будет так вот дальше. Где не стоит? Так. Итак, мы берем вот такое вот. Угу. Так, и вот так вот строим. Угу. Дальше я ловлю тоннель. И вот так вот застраиваем это все. Так. Думаю, сейчас поставим свет. Наверное. Не знаю, как лучше. Может, вот так вот. Наверное, так даже лучше. И построим, наверное, еще вот так. Да, конечно, выглядит не супер. Ну, думаю, вроде не победил. Так, значит. Ладно, все, в принципе, тут. Так, теперь строим. Строим вход. Вход у меня будет здесь. Вот такой вот. Зелененький. Тут у нас будет такой маленький холл, не знаю, допустим, холл какой-нибудь. Вот. Забыл, как они называются вообще.
свет из мода Minecraft Fish. Чуть не ту мод. Вот и поставим вот так вот. Раз и два лампочки. Так. Итак, снаружи наш дом уже выглядит более или менее. Так. Угу. Может даже будет тут не что делать. Дом? Да. Можно построить город, например. Или что-то такое. Так. Здесь строим. Угу. Так, окей, сразу мы попадаем в такую вот комнатку. Так, и тут у меня идет вот так вот. Угу. Так. Вот. Иди, да. Да. Вот живой, чтобы он же ушел до этого ролика. Так будет дом. Так. Это мата, качество ролика. Там все такое, да? Угу, так. И давайте сделаем тут какой-нибудь такой вот, не знаю, как это называется. Окей, давайте тут какая-нибудь маленькая вещь. Или нет. Давайте тут. Тут у нас будет кухня. Вот так вот. Вот. Итак, теперь давайте возьмем из MotoDK Craft вот эту вот штучку. Так. Вот. Плиту возьмем. Ну и также вот такую вот. Да, ну вроде тут подходит. Или нет. Не знаю, что это текстура, конечно, не очень сочетается, но ладно. Так. Вот это вот. Так, окей. Кончик вот так криво стоит как-то. Ой, да ладно, это все-таки не самая новая версия ДК Крафта. Очень не самая новая, на 1.7.10 была когда-то. Так, окей, поставим вот это вот. Давайте их поставим тут. Столько. Так, поставим сюда вот так вот. И, конечно же, умывальничек. Где тут? Так, стоп, это не то умывальничек. Ищем умывальник. Да, я, конечно, немножко слепой. Это не то. Это не то. А тут, походу, не деревья. Не земля. Тогда давайте возьмем. Окей. И возьмем краник номер один. Ну или номер один. Так что. Так, все. Готово. Итак, вот такая вот у нас кухонька получилась.
И теперь, в принципе, все. Так, поставим вот это вот. Он не пропадает? Так, давайте возьмем из мода Better Storage. Шкафчик, кстати, вот такой вот мод использовать в этих сериях. Возьмем апокалипсис. Так, вот шкафчик мы построили. А чё он? Вот все. Вот такой вот у нас шкафчик получается. Вот так, стоп. Вот так. Угу. Тут у нас комната будет, наверное. Так что пока что только не так. Так, окошко, конечно, тут не годится на кухне. Потому что это ж все-таки кухня. Окошко будет у нас вот. Так вот. И возьмем мы, наверное, свечащееся окно. Точнее, такой вот прозрачный камень. Он светится. Вот тут окно. Очень похож на стекло. И прозрачный. Это просто свечащееся. Так, вот так вот у нас получилось. Давайте посмотрим с этой стороны. Ну, в принципе, да, неплохо. Их можно вот так вот делать. Так что понимаете, да? И теперь построим вот здесь столик, прямо здесь. Так, я не знаю. И так вот столик у нас. Да. Дальше давайте поставим из библиокрафта этого стульчик. В этих стульчике, наверное, видели уже. Видели. Будете видеть, когда выложите этот ролик. Он получился тоже длинным, но не таким, как этот. И давайте возьмем теперь ткань. В принципе, вот столько времени. У меня почти что столько же времени, чтобы сделать серию. Поэтому. Ну, короче, зомби-апокалипсис. На эту новую серию. Которая будет до этого ролика. Так, значит. Давайте возьмем вот такой вот. Я думаю, это будет немножко нормально так. Ну да, мне кажется, смотрится нормально. Ну так, давайте возьмем тарелочки теперь. Тоже из библиокрафта. Вот тарелочки две. Так, вот, и все. А дальше давайте возьмем полочки. Тоже из библиокрафта. Полочки. Так, окей. Полочки. Пожалуйста. Давайте тут тоже поставим такие полочки. Хотя они тут не пишут. Ну, супер. Так.
полки. Давайте положим в полки книги, чтобы осмотрелось нормально. Вот так. Блин. Где книга? Стоп, я пропал, не помню. Ну, я просто забыл, что искал, да? Ну, короче, вот так вот положим. Вот и вот. И там можно увидеть, раз это кухня, ну, книг там. Уберем эту книгу. Положим ее на кухню. Например, не все можно книгами положить. Там можно напитки положить, купить. Вот так. И можно туда положить торт, например. Чем-то нет. Яблочки там. Опанки и опанки. Вот такая вот полочка у нас получилась. Пластик есть, если ничего не буду ложить. А, вот. Давайте положим кошку. Можно три предмета сразу ложить, так ложить картошку. И... Давайте картошку и сырую. Так, да, уже на столе как есть. Ну, тут полочка. А, стоп. Я только что понял, что я поместила. Значит. Получается, когда мы будем... Или белую давайте. Опаньки. Ну нет, стоп, это не то. Обычную белую тумбочку. Вот. Все. Давайте тогда и плиту тоже. Вот такую белую. Так, соответственно. Вот, в принципе, она. Вот такая у нас кухонька получилась. Теперь можно так вот закрыть это все. Так, мы уже записываем 23 минуты. Я думаю, наверное, в один ролик мы не будем все помещать, потому что я собираюсь построить два этажа этого дома. Так что, ну, в будущем ролике мы уже обустроим этот дом полностью. Или сделаем целых 3 серии. Значит, нам нужно... Очень важная вещь нужна. Вы, наверное, понимаете, что. Так, стоп. Чайфики. Так, и еще самая важная вещь. Подожди. Стоп. Здесь чем-то нет. Не здесь. Не здесь, не здесь. Да где он? Ну, короче, это штука, которую я с одежды вешу. Так, давайте часики повешаем. А я могу это вешать? Или я просто в этой нету версии? Так, как я. Видимо, я просто тут. Ну, давайте поставим. Вот такой ты заходишь в дом и ложишь ключики. Так, вот это давайте лучше вот это поставим.
останься. Можешь ключики. И давайте двери поставим. Да как раз тебе двери или нет? Не забыл. Мне казалось бы. Ладно, нам значит нет. Тогда не знаю. Так, тогда двери. Давайте обычные поставим. Вот такие вот. Очень светильный, очень повышенный. Где? Ну, две штучки здесь, две штучки здесь. А много освещения не вижу. Две штучки здесь. Ну, вроде все. И эти вот здесь одну, здесь одну, и здесь. Все. Так, ну короче, на этом и закончим. Боитесь? Да. Получился ролик на 20. Ну, в принципе, ладно. Всем пока. Всем увидимся в следующих роликах.